едете в такси, идете на родительское собрание в школу или едете в поликлинику, так возьмите с собой книги, подарите книги по Java, Scala или крестам таксисту, врачу, школьному учителю, расскажите о важности вашей профессии и дефиците кадров в IT-компаниях вашего города. Сантехник отремонтировал кран? Заплатите ему и подарите ему еще книгу Шилта «Java 8. Руководство для начинающих», шестое издание. А потом этот таксист попадет с серьезной болезнью в операционную к тому самому врачу. И таксист такой: «А, сделайте же что-нибудь, мне очень больно». А врач: «Подождите, я еще не дочитал вашу книгу до той главы, где описывается, каким кодом лечить вашу болезнь. Сейчас дочитаю». Проходит 3 часа. Врач: «Извините, но в вашей книге не написано, на каком языке программирования больше всего шансов вылечить вашу болезнь. Попробуем по старинке». Врач берет новенький MacBook и вспарывает им живот таксиста. Таксист орет. А врач ему: «Почему вы так орете? Я лечу вас, используя последние технологии. Но, к сожалению, ангуляр тут бессилен, поэтому я думаю, что вы скоро умрете. Кстати, вызовите сантехника. Он учил Java 8, и, может быть, хотя бы он сможет устранить протек крови из вашего живота».